Здравствуйте, Борис. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал фокус на расстояние 135 мм и диафрагму от 3,5 до 22. Я вам вышлю одуванчик без калибра, но сразу наклеенный на полочку. Вот смотрите, наклеить на КПН будет очень легко. Средний контакт одуванчика, он точно ориентирован на красную точку на КПН. То есть калибр вам абсолютно не потребуется. Вот он ваш одуванчик. Сейчас я наклею его на полочку. И во второй части видео я вам подробнее покажу, как его клеить. Вот смотрите, одуванчик наклеен на полочку. Вот точно такой же КПН, как ваш. Вы берете одуванчик вместе с полочкой и прикладываете его на внутреннюю поверхность вашего КПН. Когда приложили к внутренней поверхности КПН, сориентировали средний контакт одуванчика с точностью по красной точке, и с обратной стороны по границам полочки скальпелем сделайте отметки справа, слева и внизу. Затем, когда вы сделали отметки с внутренней стороны, вот, как видите, изначально все покрыто черной краской. Чтобы клей держался, нужно вместе наклейки одуванчика, вот по отметкам, которые вы сделали по границам полочки, эту краску черную содрать до белого металла. И потом это все обезжирить. Только после этого вы наносите клей аккуратно, очень тоненьким слоем. Желательно клей нанести сначала на другую поверхность, а уже на кольцо наносить его спичкой или зубочисткой. Нанесете туда клей и потом по границам, которые вы уже отметили, прикладываете ваш одуванчик на полочке, ориентируя средний контакт ровно по красной точке, и оставляете его до полного высыхания суперклея. И все. И одуванчик уже наклеен. На моем канале YouTube есть также подробная видеоинструкция, как правильно вставлять и вынимать КПН с одуванчиком из камеры и в камеру, чтобы не сломать контакты. Спасибо за внимание. На почту я вам также вышлю подробный комфортный алгоритм при работе с одуванчиком на объективах типа Юпитер 37А.